Geschätzte Zuschauer, Уважаемые зрители, Арсений Яценюк, который после насильственного переворота стал премьер-министром Украины, по сути является агентом США и их союзников. Об этом в одной из своих статей пишет немецкий автор бестселлеров, журналист Герхард Вишневский. На личном сайте Арсения Яценюка и его организации Open Ukraine в рубрике «Партнер» каждому доступна информация о тех силах, которые были задействованы в организации переворота. Вот несколько выдержек. Первое. Организация Black Sea Trust – это так называемый американский фонд влияния. Два. Chatham House – это британская сеть по международным делам, которую, между прочим, финансирует Рокфеллер, Билл Гейтс, НАТО, ЕС и немецкий фонд Конрада Аденауэра. Три. НАТО в частности, в виде специально для Украины созданной организации под названием Информационный и документационный центр НАТО. Четыре. Организация NET – это организация с целью демократизации чужих стран, финансируемая правительством США. Эллен Вайнштейн, работавший над концепцией организации NET, сказал: «Огромная часть того, что мы сегодня делаем с помощью NET, 25 лет назад секретно делала ЦРУ». И пять. В конце концов, в списке партнеров премьер-министра Украины Арсения Яценюка открыто для всех красуется печать Министерства иностранных дел США. Уважаемые дамы и господа, интернациональные связи такого характера уже сейчас выявляют, что Арсений Яценюк не будет заботиться о своем народе. Он будет представлять интересы только западных сил. Поддержите, пожалуйста, портал Klagemauer.tv, распространяйте эту информацию. Доброго вам вечера.